Вітаю! В ефірі 9 каналу «Актуальне інтерв'ю». У Дніпрі пройшов форум родин загиблих героїв в російсько-українській війні. Організаторами виступили громадська організація «ТАПС Україна». Сьогодні у нас в гостях Олена Шилова, психологиня ТАПС Україна і дружина загиблого захисника України. Та Тетяна Хорольська, голова правління громадської організації ТАПС Україна і дружина загиблого героя України. Доброго дня! Доброго! Перше запитання. Розкажіть нашим телеглядачам, хто ще цього не чув і не знає, що таке ТАПС Україна. ТАПС Україна – це громадська організація, яка створена для того, щоб об'єднати і допомогти сім'ям погибших. Вона є 24-м підрозділенням Большої всемирної організації ТАПС USA, яка существує вже більше 25 років, і ми стали одним із її осередків тут, в Україні. Організація поки маленькая, главный офис ее находится в Днепре, но мы также планируем все-таки открыть свои филиалы во всех остальных городах Украины, но пока только в Днепре. Скільки людей в вашій організації? І хто ці люди? Що це за люди? На сьогоднішній день членами організації є сім'ї погибших, є волонтери, і є психологи, і люди, яким не безразлична ця тема, які соучасні к цій проблемі. І так как у нас прошел форум, мы еще обрабатываем анкеты и думаю, что еще какое-то количество людей к нам тоже присоединится. Пока в организации всего лишь 70 семей. 70 родин. Олена, скажи, пожалуйста, как психологиня, чи легко йдуть люди на отакий контакт, да? От, чи легко вони об'єднуються і для чого об'єднуватись? Ну, нібито горе, ну, можливо ж його переживати окремо якось один від одного, адже збиратися, як говорять, да, де багато негативної енергії і кожен зі своїм горем, це дуже складно. Ну, во-первых, люди не легко йдуть, естественно, вот, потому что вообще мы так устроены, мы не очень-то открыты, да, для того, чтобы говорить о том, что у нас болит, и для того, чтобы обсуждать это. И для чего объединяться? Ну, ответила на вопрос, да, нелегко, это правда. И для нас было большим таким достижением в этом форуме, что на второй день люди были более открыты, люди бросали свои дела, ехали к нам на форум, уже зная на второй день, что будет. И это вот, ну, фактически такой результат того, что мы все-таки что-то получилось у нас. Вот. А по поводу того, почему объединяться? Ну, вот смотрите, когда происходит потеря, когда какая-то травма у каждого человека, ну, как какого-то человека происходит, то особенно травма войны, вот эта, которая резкая и когда потеря, то очень хорошим лечебным свойством является социальное окружение, бережное социальное окружение. То есть, если к вам вокруг ваши родственники относятся с теплотой, с пониманием, с вниманием, то вероятность того, что вам не потребуется специалист, очень большая. Поэтому для того, чтобы легче проживалась травма, нам нужно быть всем вместе. И еще, конечно, да, многие говорят, что там плакать. У нас, кстати, так и было, когда обзванивали, ну, приглашали на форум, то говорили о том, что, ой, не пойдем, там будут психологи, будем плакать, да? Но так не, ну, конечно, мы плакали, естественно, и был момент, потому что без этого невозможно. Но форум весь был настроен на то, чтобы, и вообще у нас такой посыл на проживание, правильное проживание скорби и горя, и в дальнейшем, чтобы мы спокойно шли в дальнейшую жизнь уже с, ну, да, у нас потеря в прошлом осталась, а в будущем. Жизнь. Методики, якими ви допомагаєте, да, родинам загиблих, ви і самі є дружинами загиблих героїв України, вони наші чи вони американські? Ну, смотрите, те специалисты, которые были сейчас, вот в этот раз, которых мы собрали, то они уже вот 6 лет учились в разных проектах. Кто-то учился в швейцарском проекте, кто-то в разных-разных проектах. И оттуда был именно адаптированный под украинский менталитет, да, техники и методики. То есть это именно такие надбання наших специалистов, которые были. У нас очень хорошая вот, вот раз такая группа собралась психологов. Ну, якщо ви говорите про те, що організація американська, так, то як, наприклад, американці ставляться до нашої війни і чи схожі в нас втрати, чи схожі в нас біль, от якраз військовий посттравматичний синдром оцей?
Мы очень большую поддержку получаем от американской стороны в плане материалов, которые они нам дают для работы с семьями. Да, конечно, мы их адаптируем, конечно, мы их переводим, конечно, какие-то слова у нас разнятся, но базовый смысл он есть, он проработан. Они написали, вот у нас, например, есть первая книга, которую мы перевели еще год назад, и все семьи, которые есть членами организации, получили такую книгу, и потом, кто уже прочитал, очень хорошо, были очень хорошие отзывы о ней, и мы еще их раздали большое количество не членам нашей организации, а просто встречаясь, помогая на каких-то мероприятиях. Очень они нам подсказывают, у нас есть такой очень интересный проект, мы хотим его запустить, менторство. И это тоже такое, в него нужно вложить много сил, много желания, и люди должны тоже понимать, это работа с детками, когда военный, да, помогает ребенку, который остался без папы и без мамы, потеряв его на войне. Да? Но це коли військовий супроводжує там сина або, ну, дітей своїх побратимів, правильно я розумію? Да, но это тоже проект, потому что там есть определенное анкетирование, с ним должен проработать психолог, это есть группы, это есть обучение, это тоже целый проект. Он безумно интересный, но пока на сегодняшний день мы не можем объять все, мы делаем то, что посильно, потому что вся эта часть, вся эта методика, подготовка к форуму и поиск специалистов, нам очень повезло. В этот раз практически все откликнулись, и мы смогли безоплатно договориться. Но работа психолога, она очень трудоемкая. Лена сама психолог, я вижу, как она выбивается, даже вот мы там проводим с ней краткие маленькие встречи между собой, ей сложно, как и мне, и я считаю, что любая работа, когда человек отдается, она должна быть оплачиваемая. И поэтому мы не прекращаем, мы ищем финансирование. Потому что издать и перевести книгу нужно оплатить перевод и печать, да, подготовить. Вот нам повезло, например, в рамках форума в грант мы смогли перевести еще одну книгу, которая сопровождала, и все участники форума ее получили. И если кто-то вообще ее читает, ну а практически все читают, то фидбэк всегда есть, и все говорят, что, блин, настолько интересно, я прочитал именно то, к чему там не мог дойти все эти годы. И мы общаемся через Zoom, американцы, ну вот сейчас в подготовке форума у нас было несколько Zoom-конференций, когда они нам подсказывали, что лучше сделать, какие должны быть локации, что вдовы и мамы должны быть разделены, папы должны быть разделены, если мама приезжает с ребенком, то мы должны обеспечить досуг именно ребенку отдельно, то есть это то, что, где мы каждый занимается конкретно именно тобой как человеком, как личностью самостоятельно. И это все потребовало достаточно, ну, большого времени. И я безумно благодарна всей нашей команде. Вся команда отработала просто на отлично. Опять же, безоплатно, потому что все работали. Мы собирались после 6-7 вечера, заканчивали в час ночи, утром все шли на работу. Ну, это трудоемкий безумный проект. Но 2 дня горящие глаза. И когда на второй день утром у нас приехало чуть меньше, чем в первый день, а к обеду приехала основная масса, то мы поняли, что мы действительно не зря все это сделали. И еще в форуме была такая классная штука, как для меня. Я очень многих знаю пофамильно, но лично с, ну, не была знакома. И вот форум как раз был тот момент, где мы могли воочию, ну, познакомиться, потому что подходили, говорили, здравствуйте, я такая-то, а я говорю, я много о вас слышала, но мы с вами лично никогда не были знакомы. И этот момент единения, он тоже был классным. Супер. Олена, скажіть, от якраз, якщо вже ми говоримо про форум, який фідбек був, власне, від людей, які там були, від родин загиблих? Що вони отримали? Ну вот многие, например, говорили о том, что они впервые, я что-то думала, что у нас правда очень много работали психологи в поствоенное время, сразу только началась война, очень много волонтеров, психологов, но и у нас были люди, которые впервые работали с психологами и говорили, что сначала, конечно, сложно было, и вот обратная связь, да, я посижу, я не буду участвовать, ну, предлагаю, что можете прогуляться, если хотите, потому что у нас хорошая территория была, нет, я посижу. И в конце, когда специалист получал или смотрел, смайлик, или говорили, что можно я вас обниму, я думаю, что люди получали даже то, что не смогли высказать. А то, что говорили, это говорили о том, что это полезно, это нужно, что нужно открываться, нужно проговаривать, нужно между собой общаться. Вы знаете, есть такая штука, вот тогда, когда мы проживаем одинаковый опыт, тогда у нас с вами одинаковый взгляд и одинаковая речь.
И не то, что речь, а такая спільная мова, общий язык, общее то, чем мы пользуемся вот, между собой. И это дает такое доверие и, знаете, как такое сопричастность друг к другу. И в этом рождается очень много тепла, и от этого тепла мы лечимся. Поэтому это та часть, которая есть. А то, что говорили люди, нам возвращали о том, что как-то я никогда об этом там не задумывался, или вот так. И то, что мы еще слышали, мы же тоже целью форума было про то, что нам нужно было потребности понять у людей, что на данный момент происходит, а потом под эти потребности подготовить группы, подготовить программы, которые есть, чтобы именно закрыть те потребности, которые есть такие эмоциональные, психологические. Скажіть, будь ласка, що ж саме відбувалося? Що крім роботи психологів було на форумі? Я так розумію, судячи там з фотографій, які були в соцмережах, це було щось і танці, і співи, розповідайте. Да, у нас пройшла уже неділя від моменту проведення форуму. Кожен день ми стараємося на страничці в Фейсбуці і в Інстаграм викладати фотоотчети, небольші пости о том, що ж ми делали. У нас було багато локацій, у нас була локація «Лоскутное рукоделие». Как ни странно, я первый раз попала сама, и безумно это было интересно. В этот раз мы делали мотанки, потому что у «Лоскутного рукоделия» достаточно большой аспект. Практически все, кто хотел попасть, все смогли попасть. И когда сели мужчины делать мотанки, это было вообще безумно интересно. У нас была локация здоровья, где была йога. И когда на второй день люди поприезжали со спортивными кофточками, кроссовочками, чтобы зайти на коврик и попробовать, и когда ты по фото видишь, что практически все, кто боялись там поднять ножку или присесть, они присаживались, эти безумные улыбки, такие счастливые глаза. Это уже на второй день очень хорошо чувствовалось. В первый день у нас был еще такой аппарат, я для себя тоже его открыла, я не знала, называется «Провыло». Когда вас зафиксируют на такие, есть на Фейсбуке, можно перейти посмотреть, цепляют, и ты провисаешь под собственным весом. Это проблемы спины, руки, ноги, суставы. Был специалист, который рассказывал, просматривал, и немножко, и те, кто попали на провыло, кто висел, да, кому посчастливилось, все говорили тоже, что-то необычное, интересное и очень классное. Была локация арт-терапии, где рисовали совершенно все. Как сказал наш куратор именно этой локации, что нет людей, которые не умеют рисовать, есть просто страх и переживание. И когда мы, в чем суть арт-терапии? Каждый мазочек, когда ты наносишь на картину, когда ты творишь, да, ее рисуешь, то ты борешься со своим собственным сопротивлением. Могу я это сделать или не могу? И когда ты в конце видишь то, что ты нарисовал, а получалось фактически то, что те картинки, которые мы перерисовывали, они фактически совпадали. И каждый, ты приобретал целую кучу уверенности в том, что и это я тоже могу, и с этим я тоже могу дальше двигаться. Была локация отдельная, где аниматоры занимались с детками, дети довольные бегали, потому что они очень много делали для мелкой моторики рук. На второй день была отдельная группа, Лена скажет, где работал именно с психолог, с детками, потому что это тоже отдельная локация, и я мама двоих детей, Лена мама, и мы тоже знаем, что к детям тоже нужны психологи, потому что я переживаю свою боль по-своему, ребенок ее переживает по-своему. И было у нас 14 психологов, это было 14 разных локаций. Это тоже Лена нам все дальше расскажет. И еще была классная задумка, я безумно благодарна Лене, это у нас была компания WorkUA, которая, это был такой наш с ней, мы переговорили, я просто в поисках работы, и я говорю, вот регистрировалась на WorkUA, проходила вот там какие-то для себя определенные трудности с заполнениями анкет. И Лена говорит, давай мы пригласим куратора, пусть нам объяснят. И мы были вторыми, да, кому они вообще провели такой двухдневный обучающий небольшой тренинг, как правильно, на что обращать внимание, что сделать, потому что мы идем вперед, жизнь бежит вперед, и многим после прожитой потери приходится менять, перекраивать себя, перекраивать свою жизнь, менять виды деятельности, и это тоже было очень актуально. Поэтому у нас был форум первый такой, такого еще не было, но столько всего объединить, наверное, мы были первыми. И группы здоровья, и социализация в работу, и душевная, мы постарались учесть такие фактически все аспекты на сегодняшний день.
Ну, от скажіть мені, будь ласка, я так розумію, двох днів дуже мало. Два дні – це критично мало для того, щоб змінити життя людини, щоб допомогти людині соціалізуватися, щоб прибрати всі болі. Олена, скажіть мені, скільки таких форумів треба провести, щоб хоча б люди, родини загиблих почали видихати? Лена була, можна я 2 секунди, вона дуже хотіла з чого-то почати. Для неї було важливо взагалі показати, що психологи и не кусаются. Да. Вот. Форумов, ну, наверное, вопрос, сколько форумов, это столько, сколько будет нужно, потому что нужна периодичность определенная, и это правда, у нас есть целые задумки, что мы будем делать дальше, и среди этих задумок действительно есть такие мероприятия, почему, вот возвращаясь к вашему первому вопросу, про то, что почему нужно объединять, да, почему люди должны быть вместе, почему вместе проживается легче, и потому что, честно говоря, вот в эту войну у людей разъединило очень много горя, потому что мы что-то происходит, да, вот в семье есть, да, погибший, и каждый по-разному это проживает. И очень часто семьи не идут на объединение, а каждый закрывается, замыкается, отдаляется, и от этого, ну, сложнее это проживается. Поэтому наша задача вот такими форумами, то есть это действительно у нас тоже задумка есть, что входит в то, что мы делать будем дальше, это организация таких больших форумов, но именно такие семейные, и чтобы вот люди как-то больше взаимодействовали, больше друг друга чувствовали, понимали. Такая тоже вот, уже есть, помимо других задумок, еще и это. Наскільки я знаю, у вас було якесь певне гасло, да, на цьому форумі, щось там майбутнє, теперішнє, і розкажіть про це. Ой, у нас много дуже. Ми спочатку починали з того, що світ до свого по своє. Це українське, найбільше, найсерйозніше гасло. Далі подібне допомагає подібному. А потом, опять же, задумка Лены, ну, весь форум, большая часть форума, это вообще Лена на детище, и она говорит, что мы в жизни проживаем некоторые этапы, да, вот если взять человека, у него что-то было в прошлом, что-то есть сейчас в настоящем, и обязательно должно быть что-то в будущем. Так вот, форум – это настоящее, то, что мы сделали сейчас, это показать людям, что мы уже с вами это прожили, с нами это уже случилось, это факт, его нужно принять. Есть жизнь, в которой мы живем, в ней есть потребности, реализация, и нам нужно не выживать, а продолжить жить, и продолжить жить счастливо, несмотря ни на что, потому что у вдов есть дети, а у папы, мам, тем, кому, ну, я не знаю, не могу сказать, повезло, это сложно, такое тяжелое слово, у тех, у кого остались внуки, им есть ради чего жить. Поэтому весь посыл форума, давайте посмотрим на то, что будущее есть, оно есть и у вас, и у нас, и давайте маленькими шажочками навстречу один одному, да, друг другу, пойдем вперед и будем идти вместе, потому что, как Лена несколько раз повторила, вместе проще, вместе легче вносить какие-то изменения в законодательство, ну, именно в рамках нашей темы, вместе проще договариваться, прописывать какие-то моменты, что важно, что нужно, куда нам двигаться вперед, ну, потому что вместе это желания, возможности и мечты многих людей, которые можно осуществить. А для этого есть сумасшедшие волонтеры, классно, по-хорошему сумасшедшие, перед которыми не видят преград. Они говорят: окей, мы это сделаем. Как, мы еще не знаем, но мы это сделаем. Потому что, ну, я, например, не всегда могу быть уверена в том, что у меня это получится. Но есть там рядом команда, которая говорит: давай, все получится. Да. Якщо коротесенько, які плани на майбутнє, що далі? Дальше у нас, смотрите, уже из вот этой группы психологов, которые есть, у нас сформировался определенный костяк, который будет дальше работать. Вот у нас как? Есть дети. Следующее мероприятие, которое мы планируем, дети погибших, так? Значит, для подростков занятия по профориентации, что выбрать, как выбрать, тоже будет классный специалист, будет работать. Следующее, то, что планируем, вот вдовы, да, работа с вдовами, это психологические группы. Летом хотим сделать лагерь такой выездной для вдов, чтобы
чтобы было и такое, как и морально, и физически, да, отдохнуть. Вот. Дальше работа с мамами и папами. У нас тоже отдельный специалист, который работает с папами. Тоже будем приглашать в группы. Они, кстати, соглашаются. И хотим найти финансирование на индивидуальные консультации, потому что они очень нужны. Вот. Для того, чтобы у людей появился инструмент, как справляться самим со своими вопросами. То есть мы же не будем всю жизнь ходить к специалистам. Да? Нам нужно так, чтобы специалист обучил, чтобы человек сам справлялся со своими проблемами. И вот у нас такое тоже есть мысль о том, что жить, не жить потерей, а жить с потерей. И это очень важно, нужно этому научиться. Следующее, что мы задумали, это у нас такой проект в соцсетях будет большой, да, который вот кто-то не сможет найти, дойти к нам, да, в офлайн, то сможет что-то слушать, смотреть, участвовать в соцсетях, задавать вопросы. Тоже это мы вот форсируем, записываем какие-то видео, стараемся дальше это продвигать. Следующее, мы поняли, что людям нужен отдых, и, конечно, отдых, такое переключение, хотя бы 2 часа, 1,5 часа, поэтому у нас... Вот тоже мы предлагаем, приходят, ну, приходите, да, к нам, у нас будет тоже локация с арт-терапией, да, йога тоже будет йога, потому что невозможно, потеря, честно говоря, влияет на все, и психически, и физически, и на здоровье, поэтому обязательно нужно что-то делать для тела, тоже раз в неделю хотим это делать, вот, понимаю, что уже надо завершать, но еще, да, вот, с WorkUA хотим сделать проект, и у нас есть хорошие проекты с центром зависимости, потому что это беда тоже. Нам не все равно, что происходит в семьях. И если есть какие-то моменты про зависимость, мы хотим и рассказывать, что с этим делать, и как горе, чтобы не приводило к зависимостям, да, то это тоже такой вот отдельный проект, который мы планируем взаимодействовать. Так что... Отже, планів у вас, да. планів. И дай Боже, чтобы вони всі здійснилися, тому що допомога родинам загиблих – це один із пріоритетніших моментів, які ми має займатися суспільство. Адже війна з Росією триває, і хто, як не ми, маємо допомагати один одному. Нагадаю, що це було актуальне інтерв'ю. В гостях у нас була Олена Шилова, психологиня TAPS Ukraine та голова правління громадської організації TAPS Ukraine Тетяна Хорольська. Дякую, до побачення.